В рамках подготовки к предстоящему празднованию 40-летия Десногорска продолжаются работы по благоустройству города. 1 июля коллектив службы благоустройства под руководством Андрея Николаевича Шубина приступил к озеленению площади перед зданием администрации. У нас запланировано сегодня сделать посадку кустарника. Два вида. Садить туи. Четыре вида. Я думаю, что нашим жителям понравится. Это только начало работы по благоустройству. Далее мы закончим земляные работы до конца. И до 25 июля текущего года здесь будут установлены газонные ограждения, скамейки, одним словом, малые архитектурные формы. И плюс должна начаться работа по подготовке места под памятник первостроителя нашего города. В конечном итоге, к дню города, площадь будет неузнаваемой. Мы приложили максимум усилий и стараний для того, чтобы очередной объект, который появится в нашем городе, принес удовольствие всем жителям и гостям. Данная площадь оборудована системой телевизионного наблюдения. Сегодня мы разместим информационные таблички, чтобы оградить от вандалов. Потому что у нас уже по нашему городу примеры, как говорится, известны. В том году мы озеленяли парк Десногорский, были хищения непосредственно деревьев, кустарников. Хочу обратиться к жителям нашего города и с большой просьбой и пожеланием. Те зеленые насаждения, которые будут здесь находиться, будь это цветы, деревья, кустарники, попрошу вас относиться к этому бережно, потому что это труд, это материальные средства вложены на данный объект. И это все должно приносить радость людям. И я думаю, что никому не приятно, когда идешь, вырванные цветы, вырванный кустарник, поломанное дерево. Вот, в первую очередь за этим всем нужно следить. Если этого не будет, одних видеокамер, это, я считаю, что будет недостаточно. Это должно быть все в голове у человека. Вот. А нашему маленькому поколению, которое подрастает, это все нужно закладывать с малых лет. Тогда всем миром мы здесь наведем порядок.